На территории общества с ограниченной ответственностью «Худудгаз Самарканд» прошло видеоселекторное собрание, которое вел Хоким области. Неделю назад были обсуждены вопросы создания прозрачной онлайн-системы контроля и учета, погашения дебиторской и кредиторской задолженностей, искоренения хищений, незаконного подключения к сети и других. За минувшие 7 дней многомиллиардная задолженность по региону сократилась на 9 миллиардов сумов. По словам «Облгаза», инфраструктура производства природного газа в целом в стране не модернизировалась на протяжении многих лет. Из-за этого наблюдаются большие потери при их доставке. Как сказал глава областной администрации, во всем этом необходимо тщательно разобраться. Наравне с потерями существует и хищение. Говорилось о том, что самые низкие показатели по оплате долгов в Нарпайском районе – 16%. Любопытно, что месячное потребление природного газа по городу Самарканду составляет около 16 миллиардов сумов, а вот задолженность на сентябрь текущего года достигла почти 294 миллиардов сумов. Получается, что больше года никакая оплата не производилась. Во время прошлой встречи Хокимом области было дано поручение проверить реальные долги крупных потребителей, жителей, живущих в больших домах, и решить вопрос установки электрических счетчиков. Ведь именно у них наблюдается потребление большего количества голубого топлива, в отличие от собственников квартир в многоэтажных домах. Расход идет за счет газовых котлов для отопления и горячей воды. Средний котел расходы до 1000 кубометров, тогда как газовая плита до 150. В этом направлении по недельному итогу нет результатов. Следует взять под контроль и заправочные станции, сказал глава областной администрации. Ташкилат рахбарының үйден башлайсан деп. Құрлыш бойынша орынбасарымға без еткенім ек. Неште кәтелің бар үйінде деп тұр. Дәулет идарасыны рахбар қадымларына, рахбар қадымларына. Ишістен әмәз. Ин көп газды істеме оқыладыған қаулылардан башлайсан деді. Темір дәптарды газыны бүгін үзмейсен, дондыкіні бүгін үзмейсен газыны. Керіпінің ең ақырда бір күн газ кеп, бір күн газ кемейді деген, Өзі қател құрып, көмір білен ең қайтқанығыны барып, үзмейсен. Яна бір мәрті анық, сабда қылып түшінтірі бері әпмен. Герпінің башыда түрген. Газдан еч қанағы мағамасы ек. Данғылынама қаулыны өзесен де әпмен. Кейінгі мәселі, әлі үшінші мәселі, заправшықлар мәселесі. Қары күнлігіні Со стороны областного прокурора было заявлено, что в сегодняшней ситуации с многомиллиардными долгами будет дана правовая оценка. С каждым городом и районом в индивидуальном порядке проведен разбор по существующей ситуации. Определены направления работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности по природному газу. Итоги данной встречи будут рассмотрены спустя неделю.